Нет, нет, не мешайте. Все нормально. Давайте изучать неожиданно удивленное лицо Василия Баранова, потому что мы приготовили ему сюрприз. Итак, готовы? Да. Ну, поехали. Розан, мой розан и виноград зеленый, кто нас хороший, кто нас пригожий? Розан, мой розан и виноград зеленый, розан, мой розан и виноград зеленый. Васенька хороший, да Васенька пригожий, да по горнице ходит, да правильно ступает. Розан, мой розан и виноград зеленый, розан, мой розан и виноград зеленый. Васенька хороший, да Васенька пригожий, да не один ступает. Добро пожаловать в Русь-матушку! Розан мой, розан и виноград зеленый, розан мой, розан и виноград зеленый. Не один ступает, да дружка пожидает, да милого дружочка, да ясно соколочка. Да розан мой, розан и виноград зеленый, розан мой, розан и виноград зеленый. Хлеб, ну, Василий, соль! Давай, привет! Нужно как на свадьбе кусать? Ну вот, нет, нет, или рукой оторвать. Нет невесты, Василий, поэтому можно оторвать рукой. О, русский хлебушек. Для тех, кто не понимает, что происходит, Василий Баранов больше месяца не видел просторы России, потому что русского хлеба не щипал. Землю целовать. Березки обнимать. Я... Где, собственно, организатор веселья? Саша, ты не прячься, давай. А я просто самое... Спасибо большое, это очень круто. Спасибо, да. Я сейчас просто покажу, сколько я привез всякой чепухи. 3 чемодана. Долларов? Мне сегодня помогал. Нет, если бы долларов, к сожалению, нет. Сейчас я покажу свой рюкзачок. Это была ручная кладь. Ручная кладь, давайте посмотрим. Все ручная кладь. Ты умеешь? Александр Смол где-то угнал машину, и поэтому еще не научился открывать багажник. 2 чемодана с новыми куклами, с игрушками, с магнитиками. Картон привез в Заморске? Да, картон, наклейки. А что сначала розан мой, розан? Это мы спросим у нашего коллектива, который нам сегодня помогал встречать Василия Баранова. Им большое спасибо. Еще раз с ними увидимся обязательно. Вот. 13 килограммов. Это ручная кладь моя. Ручная кладь? Да. Я думаю, что вот даже наружу вылазят некоторые, да, вещи, которые... Мы еще не видели прессу Василия после 13 килограммов. А он тебе прессу же показывал? Все показывал. Все рассказал, поделился прекрасными впечатлениями. На самом деле, как это говорится, хоть многие не любят эту фразу, но сделал мое утро сегодня очень-очень приятным. Вот за что ему большое спасибо. И еще вот в этом чемодане есть ноутбук. И меня, когда я летел, в Лос-Анджелесе ноутбук проверяли на наркотики. Ноутбук? Не меня, а ноутбук, да, видимо, потому что... Не глючит ли он? Ну, наверное, прячут в технику просто всякие нехорошие вещи. Там снимали пробы с корпуса, вставляли в специальный агрегат. Все нормально, ноутбук чистый. Да, раз ты здесь, то все хорошо. Василий, ну вкратце, как Америка? Мне все понравилось. Там, так, сейчас сколько? Минус 26 здесь? Да. Я улетал, было минус 16. Плюс 20. Сейчас. Ну, то есть, конечно, комфортнее погода, но я все равно соскучился, я очень рад.